Для пациентов с сахарным диабетом, особенно первого типа, очень важен контроль сахара в крови. В нашем центре используется мониторинг сахара в крови в течение 14 суток. Чем этот метод выгодно отличается от метода множественных инъекций? Монитор ставится на плечо, он абсолютно безболезнен, не вызывает никакого дискомфорта у пациента, он носит его 14 суток и может смотреть за уровнем сахара хоть каждую минуту. Когда мы измеряем сахар в крови глюкометром, мы, например, измеряем в 8 утра и в 10 утра. А что происходит с сахаром между 8 и 10 часами, мы не знаем. На мониторе мы можем посмотреть кривую даже ночью. Поэтому этот метод является для пациентов очень доступным, очень удобным, комфортным. Такие мониторы, которые ставятся на 14 суток, мы ставим только в клинике Святого Николая. Больше в Запорожье таких сенсоров нигде не ставятся. Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива.